Виталий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, что вы знаете о нынешнем положении вот в данной площади Старосиной? Ну, что я могу сказать? Если брать по обеспечению охраны общественного порядка, нету профессионализма правоохранительных органов, которые были в предыдущее время до реформ, когда произошла, когда милиция была оформлена в Главное управление национальной полиции. Все-таки профессионализм, учеба была на высшем уровне. Сейчас этого нет. Как вы считаете, какие факторы на это повлияли? Какие факторы? Ну, все у нас дело очень быстро. Когда проходила реструктуризация, так сказать, вот, милиции и полицию, обучали очень быстро. Это малый срок. Для того, чтобы человек был профессионалом, необходимо заниматься первоначальной подготовкой, необходимо заканчивать средние учебные заведения, высшие учебные заведения системы МВД. Вот мое такое мнение. А сейчас, которые вот пошли, у них опыта нет. Нет опыта. Соответственно, с этим связаны... Да, с этим связано, да, вся у нас вот рост преступности,